Вот мы снова в эфире. Звездный час в эфире, как всегда, по понедельникам. В этот ранний вечерний час вы уселись у своих телевизоров, забросили уроки, домашние дела, не дочистили картошку, не дооткрыли банку килек. Да, все это подождет ровно 40 минут, пока мы с вами на нашей площадке не выясним, для кого сегодня наступит звездный час. Поприветствуем участников нашей сегодняшней игры. Виталий Полников, город Тольятти, с мамой Людмилой Викторовной. Виталий изучает три языка. Три языка. Говяжьих? Не, засмеялся Виталий. Какие языки ты изучаешь? Английский, немецкий и русский. И русский устный, очевидно, еще. Да, и русский подворотошный. Город Тольятти. Играет в хоккей за команду «Кристалл». В качестве защитника. Мама Людмила Викторовна – провизор. Обожает сына, мужа, кошку Мурку и все таблетки, которые производит. Сергей Журавлев, город Бузулук. Оренбургская область. Увлекается Сергей составлением компьютерных программ. Программу Windows не ты составил? Нет? Странно. Галина Владимировна – мама. Прекрасный кулинар. Но когда ее хвалят, из скромности она отвечает. Вот что отвечает Галина Владимировна. Была бы курочка, сготовит и дурочка. Вот без курочки сготовь, попробуй-ка, да? Вот это шутка. Дима Лаврентьев, Тамбовская область. Село Медное. Принцип Димы – всегда делать что-то полезное для семьи. Двоеточие. С удовольствием копает огород, забивает гвозди, нянчит сестру и даже печет пироги. Тоже, в общем, хорошее занятие. Галина Николаевна, вы его мать, вы знаете. Угу. А вы обожаете украшать цветами свой дом? Свой уголок я убрала цветами. Где их великое множество. Она выращивает лилии, азалии, пальмы, розы, Диму, Дениса и Леночку. Дети – цветы жизни, ее жизненное кредо. Лена Цурикова. Московская область, поселок Заря, Москоблпост Заря. Любит фотографироваться, слушать музыку и ходить в гости. Папа Анатолий Семенович, полковник запаса. Любитель преферанса и детективов. Семья – последний сухарь, доедает, все уходит на карты и на книги. Иван Перфильев, Москва. Мама Наталья Александровна. Кроме чтения книг и увлечения шахматами, Иван любит повоспитывать младшего брата Федора. Возьмет иной раз палочку с гвоздями и ну давай воспитывать братца. Наталья Александровна это, конечно, не позволяет ему делать, потому что она не только очаровательная женщина, а еще учительница физики. Ее хобби, у нее такое настоящее учительское. Битье посуды и коллекционирование ошибок своих учеников. Хорошо бы, что битье посуды не об голову учеников. Нет? Бывает. И это бывает. Чего не бывает в практике учительницы физики. И, наконец, Ира Мурашова, Москоблдерликино. Московская область, деревни Ликино. Занимается плаванием и изучением иностранных языков. Валентина Ивановна, мама, работает бухгалтером. Бухгалтер, милый, милый мой бухгалтер. А теперь аплодисменты должны быть очень громкими, потому что сейчас ребятам предстоит все-таки испытание не из легких. Пожалуйста, поприветствуем все команды на нашей площадке. И заодно поблагодарим нашего генерального спонсора «Барнбанк». И первое задание нашей игры, на мой взгляд, очень интересное. Перед вами сейчас 8 кинофильмов. Давайте сначала перечислим их, и по вашей реакции я, очевидно, пойму, видели вы их когда-нибудь, или для вас это все темный лес. Итак, «Адъютант его превосходительства», «Белое солнце пустыни», «Бриллиантовая рука», «Джентльмены удачи», «Свой среди чужих», «Чужой среди своих», «Ирония судьбы», «Берегись автомобиля» и «Большая перемена». Не знаю, как вы, но это были фильмы моего детства, и когда я был в вашем возрасте, я их все знал просто наизусть, на зубок. Смотрели по 25 раз. Дело в том, что, во-первых, никаких других фильмов, кроме этих, тогда не было. Никаких видеомагнитофонов тогда не было.
никаких Сталлонов и Шварценеггеров тогда не было. Это были деревянные игрушки, 3 конфеты в год и одни валенки на всю жизнь. Вот, поэтому мы очень хорошо знали эти фильмы наизусть. И вот сейчас я вам буду произносить фразы крылатые, уже действительно ставшие крылатыми, из этих кинофильмов, а вы будете пытаться вспомнить, из какого фильма эта фраза. Итак, первая фраза. В каком из фильмов такое забавное наблюдение сделано? Наши люди в булочную на такси не ездят. Тишина. Полная тишина. Наши люди в булочную на такси не ездят. Пожалуйста, таблички. Это комедия Леонида Гайдая. Вот, пожалуйста, вот вам разница поколений. Оглянитесь на ваших родителей. Пожалуйста, оглянитесь все. Да, это «Бриллиантовая рука», Леонид Гайдай. «Наши люди в булочную на такси не ездят», сказала героиня Нонны Мордюковой, управдомица и Виталий с Леной. Идеально правильный ответ и первые звезды в нашей программе. «Наши люди» Виталий и Лена не на такси, но на тележках едут во второй тур. Поздравляю. Следующий вопрос. В одном из этих фильмов загнанный в ловушку бандит выкрикнул известную фразу: «А вот это врешь». Рабочего Никодимова народ знает. Совсем недавно этот фильм показывали по нашему телевидению, по одному из многочисленных каналов. И я думаю, что это не самый трудный вопрос. Пожалуйста, таблички. Рабочего Никодимова народ знает. Рабочего Никодимова-то убили. Убили рабочего Никодимова. В фильме действительно свой среди чужих. Дети лучше вас знают. Смотрите. Идеально правильный ответ. И все шестеро двигаются вперед. Все двигаются вперед, но только одна Лена получает звездочку. И уже только один шаг отделяет ее от второго тура. Посмотрим. Следующий вопрос. Я тебя поцелую. Потом. Если захочешь. Откуда эта фраза? Таблички. Но гениальные киноведы вы мои. И кинологи. Конечно, это фильм... Здравствуйте, я ваша тетя. Тут его нет, табличка 0. Ира, Лена, Дима и Сергей, вперед. И мы разрываемся аплодисментами, бурей, громом, шквал аплодисментов. Лене, она уже во втором туре. Сергей, Лена и Ира еще по одной звездочке. Дальше. Вы знаете, странно, я думал, что тема для вас будет очень сложной. На самом деле, как-то вы в ней очень хорошо ориентируетесь. В каком из этих кинофильмов проводился аттракцион невиданной жадности? На примере газированной воды. В этом фильме один мужик за деньги, за большие, по тем временам, пил газированную воду, пока не лопнул. Но он не лопнул, остался жив. Таблички? Ну? Ну? Да, так. Тут так друг на друга все смотрят, оглянулись. Это действительно фильм «Большая перемена». Савелий Крамаров пил воду. И почти идеальный правильный ответ. Ира, ты правильно ответила? А что ж ты стоишь? Вот так вот. А вот теперь буря. Ира, Лена, Дима и Виталий, участники второго тура. Ну, а Ваня с Сергеем немножко припоздали, подзадержались, засиделись, можно сказать, в девках. В пацанах. Ну что ж, мы прощаемся с вами, но ненадолго, на всю жизнь. Я не думаю, что вам повезет еще раз, и вы когда-нибудь попадете на площадку «Звездного часа» и будете участвовать. Но... всю эту жизнь вам предстоит провести вот с этими шоколадными яйцами. Их надо будет разворачивать, колоть, жарить, варить и просто поедать. И вот с этим симпатичным, полупьяным на вид псом. Точно такой же пес, его брат-близнец, который путешествует по нашей передаче уже долгие месяцы. Не кончается. И это вам, и яйца окей. Яйца окей? Поздравляю вас. И, наконец... теплые слова от нас. Что-то я еще хотел вам дать, да больше нечего. Но от себя только могу прибавить, что то, что вы проиграли... Чем так пахнет? А, яйцами. То, что вы проиграли, это не моя вина и уж, конечно же, не ваша. Да, это глупый, тупой, бестолковый случай так распорядился, потому что, ей-богу, таких симпатичных людей не должно быть в числе проигравших. Спасибо вам большое, а мы переходим ко второму туру нашей игры. «Звездный час» в эфире. Ну что ж, я поздравляю уцелевших на нашей площадке Виталика, Диму, Лену и Иру. Хотел вам задать несколько вопросов по ходу. Вы как-то готовились к нашей игре? Да, я составляла слова. Из одного длинного маленький, да? Да, еще из букв там. Ну,
для тебя неожиданно, что ты не вылетела в первом туре? Да, я вообще ожидала, что я вылечу сразу в первом туре. Видишь как, не вышло. Попробуем во втором вылететь, ладно? Так, ты готовилась как-то? Немного. Ну, тоже так, готовила. Ну, из слов составляла там другие слова. А в школе любимый предмет какой у тебя? Любимый? Трудно сказать. Труд? Английский. Английский, да? Не, у нас тут все пока на русском, так что тебе придется нелегко. Ты как-то готовился? Да. В чем у тебя майка? В крови? Угу. Откуда кровь? С руки. Не понял. Раненые дети на игре? А где у тебя в руке дырка? Покажи. А, наркоман. Пожалуйста, я прошу показать, господа операторов. Видите, человек гвоздиком расковырялся в вену. Так волновался, не хотел играть. Да, думаешь, лучше уж, чем туда под камеру, да? Угу. Не получилось, врачи спасли. На площадке, Дима, на площадке. Виталий, и ты. Что я? Я готовился между делом. Каким же делом между ты готовился? Уроки. Уроки и что еще? Хоккей. Хоккей. Ты действительно играешь за Кристалл, да? Да. Как ты играешь в хоккей с таким пузом? Как? Как? Нормально? Да. Хоккей должен быть подтянутый? Да? Должен. Должен, но ты никому ничего не должен, правильно. Итак, вот сейчас из этой трубы, пожалуйста, посмотрите на нее. Это симпатичная труба. Из нее сейчас с диким ревом высыпется 10... белых кубиков. Кубики в студию. Вот так вот. Гидравлическая система выбрасывания кубиков сработала на этот раз. И несколько секунд внимания на нашу видеостену. О! Е! Л! Т! М! Е! К! П! Я! И! 10 букв и одна звездочка в случае, если вам понадобится какая-нибудь буква для составления какого-нибудь удивительного слова. А наших зрителей в студии я прошу напрячь свои мозги и попытаться составить самое длинное слово из этих 10 букв без всяких звездочек. Просто 10 букв. Время истекло. Закройте, пожалуйста, фломастеры. Я проверю состояние ваших слов, чтобы вы что-нибудь не подписали потом. Теперь уже можно не прятать, Виталий. Теперь все нормально. И хочу пойти к нашим гостям в студии с вопросом. У кого есть слово из 9 букв? Ой, что такое? Да, шутка. 8 букв. 7 букв. Из 6 букв слово у кого есть? Хорошо, ваше слово? Мятлик. Мятлик живородящий. Да, есть такое растение, мятлик пушистая, такая травушка-муравушка. Аплодисменты все-таки. 6 букв в слове. Не валяется. У кого еще есть слово из 6 букв? У тебя, говори. Так, слово из 6 букв, секунду. Темляк. Темляк. Да, это украшение на холодном оружии. Есть такое слово. Аплодисменты. Слово темляк. Есть такое слово, действительно. Темляк у нас есть и есть мятлик. Но еще одно слово бы, и все бы хорошо. Давай. Петля – это 5 букв. Говори. Топляк. Топляк. Действительно, есть такое слово топляк. Это утонувшее бревно. Да? Топляк. Еще одно слово из 6 букв. Итак, авторы слов «топляк», «мятлик» и «темляк», пожалуйста, сюда. У нас немножко однотипные слова получились, но все равно это такие слова. Есть в русском языке? Давайте начнем знакомиться. Как тебя зовут, сколько тебе лет и так далее. Меня зовут Антон. Антон, да. Мне 9 лет. Угу. Я учусь в школе номер 378. Угу. Как тебя зовут? Меня зовут Даша. Мне 14 лет. Угу. Мне кажется, я тебя где-то видел. Ну, хорошо. А тебя как зовут? Я не знаю, можно на «ты», да? Дети меня зовут Жанетта Валентиновна, я учитель. А близкий – Жанна. А очень близкий? Жанночка. Жанночка. Значит, вы сейчас имеете шанс с этими детьми посоревноваться, как бы отнять у них детство. Я для вас приготовил для всех троих один приз. Антон, спрашивай меня про приз что-нибудь. Это приставка? Это мягкая игрушка? Нет. Если я скажу билет, это нет, чтобы детей не обидеть. Вы скажите, там посмотрим. Это билеты. Какие билеты? Звездного часа. Какие билеты звездного часа? Ну, лотерея «Звездный час». Так бы и сразу говорил, лотерея «Звездный час».
дети лишены детства, да? Это целая коробка лотереи «Звездный час», конечно! Но я думаю, что детям эта штука не нужна. Они откроют, распечатают, покидают по дому, раскидают все. Мать на них будет ругаться, может быть, даже раздаст им подзатыльники. Да, конечно, нет. А вы эту коробку возьмете в руки и сделайте с ней то, что сделает с ней любой здравомыслящий человек. Вы ее... Что вы с ней будете делать? Раздам детям. Браво, Жанночка! Браво, Жанна Ивановна! Жанетта Валентиновна. Жанетта Валентиновна. Жанетта Валентиновна, вот вам еще зайца в придачу. А вам просто по зайцу. И вот с такими радостными лицами и улыбками вы отправляетесь на свои места и продолжаете смотреть нашу программу «Звездный час». Теперь я иду к нашим родителям, которые чуть строго на меня смотрят. И хочу узнать, у кого из вас самое длинное слово? У вас какое слово? Кипяток. 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 7 букв. У вас? Полемика. Полемика. 8 букв. У вас? Кипяток. Кипяток. 7 букв. У вас? Мятлик. Мятлик. Это вообще 6. Ну что ж, аплодируем Лениному папе. Он ей принес звезду. Это очень приятно. Скажи хоть папе спасибо. Говори папе спасибо. Спасибо. Спасибо, пап дорогой, как надо говорить. Спасибо, пап дорогой. О, спасибо, пап дорогой. А теперь мы переходим к вам. Твое слово. Мелодия и кипяток. Мелодия и кипяток. На выбор бери. Все равно 7 букв. И там, и там. У тебя? Петля. Петля. 5 букв? Пик. Пика. 4 буквы. Густо. У тебя? Петля. Петля. 5 букв. И совершенно очевидно, что Ира заслужила дважды, конечно. Но только один раз сможет подойти к нашим ящикам. Она будет открывать наши ящики, если, конечно, ты этого хочешь. Хочу. Хочешь. У тебя есть 2 звезды. У твоих конкурентов. У Лены 4. У Димы 1. И у Виталия 1. Ты готова 1 звезды лишиться? Да. Ну, пойдем. Пойдем. Смело, товарищи, в ногу. Какой ящик будем открывать? 3. Ящик номер 3. Хорошо подумала? Присядь. Присядь сюда, на ящик, присядь, на 3. Чувствуешь, что в ящике? Нет. Значит, такая поговорка. Попой чувствую. Попой чувствую, что в ящике лежит. Знаешь, такая поговорка? Я не чувствую. Ты не чувствуешь, но поговорку знаешь? Не знаю. Не знаешь. Ну, теперь знаешь. Теперь узнали миллионы наших телезрителей. И все, что осталось сделать, тебе открыть дверочку этого ящика. Сначала потихонечку, да? Вынимаю, показываю. Что? Это самый лучший приз. Я уверен, что тебе это очень по душе. И нашим телезрителям тоже. Аплодисменты. Действительно не чувствуешь. Ну, клади их обратно. Называй номер другого ящика. А можно не открывать? А приз? А можно с мамой посоветовать? Можно. Какой ящик откроешь? 2. На котором я сижу? А, вот этот, я сижу на 4-м, извини. Подумал, хорошо? Да? Ну, открывай. Поднимай. Заяц заячный. Заяц заячный серый. Аплодируем Ире за ее длинное слово. За то, что она получила право открывать ящики. И еще самое важное право получает человек, составивший самое длинное слово. Он получает право покоя, потому что он вне подозрений. Все равно Ира выходит в 3-й тур, потому что у нее самое длинное слово. Так? А вот теперь мне нужно разобраться. У Лены 5 букв, у Виталия 5 букв, а у Димы 4 всего-то навсего буковки. Дмитрий, истекая кровью, ты покидаешь нашу площадку под ваши грустные аплодисменты. Не горюй, Дмитрий, не горюй. Не горюй, это мама твоя? Да. Что такая молодая мама-то? Многодетная? Но у меня ж 3 детей, по нынешним понятиям, многодетная мать. У меня даже есть удостоверение. Это вот считается ребенком тоже? Ну я да, я считаю. И еще помимо него еще 2. Да, вот здесь в зале сын. Так. И дочка. Спасибо вам огромное за игру, за ваших детей. На память о нашей игре великолепная мягкая игрушка от известной фирмы. Целая упаковка яиц, окей. И наилучшие пожелания в жизни. Что вы хотите сказать? Да, с удовольствием. Звездный час уже для нас находиться среди вас. Мы сегодня проиграли, но ведь мы здесь первый раз. Опыт – дело наживное, знание – труд, игра – азарт. Нам еще попасть бы в поле, в чудесах здесь взять бы старт.
На прощанье вам желаем всем удачи и добра. Всем спасибо, до свидания. Ну а нам домой пора. И если можно, еще привет своей маме и дочке, которые ждут нас дома. Ну и, конечно, мужу, а то обидится. Спасибо огромное за великолепные стихи. А сейчас мы переходим к третьему туру нашей игры. «Звездный час» в эфире. Третий тур нашей игры. Вышли трое счастливцев. Вспомним их имена. Виталий Полников, город Тольятти. Лена Цурикова, Московская область, поселок Заря. И Ира Мурашова, Московская же область, но поселок Ликино, деревня. Вот не скажешь, что ты деревенская девочка, на тебя глядя. Как меняется жизнь. В наше время деревенские девочки были в валенках, в обносках ходили, шапку с ушами. А тут, смотрите, какая прелесть. К тому же вышло уже в третий тур. И перед вами сейчас религиозные посты. Знаешь, что такое посты, да? Пост — это когда нельзя есть мясо, жирного. Как бы нужно себя готовить к чему-то, да? Дать организму и духу время подумать. Итак, Великий пост, Рождественский пост и Петров пост. Данные посты я расположил в таком порядке. Если от начала года отсчитывать, от января, да, то сначала идет Великий пост, потом Рождественский пост, а потом Петров пост. Правильная последовательность. О, Виталий уже рванул две таблички вперед. Чуть позже подняли свои таблички девушки. Виталий, ты мальчик скорой. Это я знаю, ты хоккеист. Но, к сожалению, не 1 и 2 табличка, а вот 2 и 3 – совершенно верный ответ. Лена Цурикова, вперед на одно деление нашей площадки, на полпути к финалу. Аплодисменты ей. Звезд никому не даю. Виталий, к сожалению, ты неправильно поднял таблички. Следующий вопрос. Перед вами актеры. Мордюкова, Вицин и Никулин. Два этих актера и актриса снимались в кинокомедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Нет ли здесь ошибки? Вспомните фильм «Бриллиантовую руку». Кто первый поднимет, тому звезду. Оп! Лена подняла табличку первая. И все три человека совершенно верно ответили. Георгий Вицин не снимался в «Бриллиантовой руке». Табличка номер два. И Лена выходит в финал. Ой, Лена, мои поздравления. Можешь переулыбаться во весь рот, помахать руками, ногами, чем хочешь, ушами похлопать. Потому что ты уже в финале и можешь себя чувствовать спокойно. А вот Виталий с Ирой напряглись, особенно Ирочка. Ириша, я с тобой. Виталий, я с тобой. Вопрос следующий. Геометрия. У нас в гостях геометрия. Ромб, квадрат, прямоугольник. Вопрос. Я считаю, что это все параллелограммы. Расшифровывать не буду. Вы, наверное, уже давно проходили по геометрии. На всякий случай, ну, подскажу. Параллелограммы — это четырехугольники, у которых есть попарно параллельные стороны. Нет ли лишнего? А? Ага. Плавно поднимают таблички девочки. На табличках палочка черненькая, означающая цифру 1. А Виталий, обкусав себе все губы и скривив рот в подобии улыбки, поднимает табличку 0. И правильно делает! Молодец, Виталий Полников, город Тольятти, да! Совершенно верно. И ромб, и квадрат, и прямоугольник – это все параллелограммы, да. Виталий, ты выходишь в финал. А Ира Мурашова, к сожалению, покидает нашу площадку под звон ваших ладоней. Ты покидаешь нашу площадку, но не с пустыми руками. Во-первых, у тебя уже есть из семейства кроличьих один друг, теперь из семейства крысиных. У тебя тетка в красном платье и кружевных панталонах, и Маусика, да, и целая коробка яиц. Я знаю, что вы из деревни Ликино. Так точно, товарищ майор. Я знаю, что у вас там есть птицефабрика, так? Есть птицефабрика. Вы не на птицефабрике работаете? Нет, не на птицефабрике. Я работаю в Одинцово. Ну, фирма товарищеская, ограниченная. Ни слова больше, коммерческая тайна, никогда никому не говорите. Вот, так вот, в этой птицефабрике в деревне Ликино, когда я проезжаю мимо нее, всегда очень ароматный запах, потому что там куры несут что-то вот в этом роде.
ароматные шоколадные яйца. Покажите эти яйца вашим курам. Может быть, они переймут опыт. Хорошо? Вам спасибо за игру, а мы переходим к финалу. Вот мы с вами шли и дошли до финала. А вот сейчас кого-то ждет вот такая судьба, а кого-то, наоборот, поездка в Испанию. Кто-то нее не выиграет, но выиграет что-то другое. А главное – опыт и удовольствие от участия в нашей передаче и от того, что вы дошли до конца. Еще раз напомню – Лена и Виталий. У Лены 5 звезд, у Виталия всего одна. Разница в 4 звезды. Таким образом, 4-0 по звездам в пользу Лены. А слово для вас – фокусник. Слово «фокусник». Все, время истекло. Секундная стрелка, как вкопанная, встала на своем положенном месте. И сейчас я хочу, чтобы Лена начала читать слова, потому что, хоть она и девочка, но 4 звезды – это просто потрясающее преимущество. Поэтому давай уж с Богом. Фокус. Фокус. Неожиданное слово. Ты? Кино. Кино. Хорошо. Ус. Ус. Кусок. Кусок. Сок. Сок. Фон. Фон. Сон. Сон. Кон. Ком. Сук. Сук. Кок. Кок. Иск. Пук. Иск. Иск. Скиф. Скиф. Фикус. Фикус вам. Угу. Конус. Конус вам. Папу. Папу вам. Папа, придите, пожалуйста, помогите дочери. Папа несет список, на котором слов немерено, немерено. Садитесь, присаживайтесь. То есть, сесть я всегда успею, отвечают наши некоторые папы. Сукно. Сукно, ага. Маму. Маму. Поаплодируем командам, поддержим их. Это... будет длиться еще секунд 40, и только по истечении этого срока мы узнаем, кто же станет победителем, а кто станет проигравшим. Мама, у вас есть слова какие-нибудь, я надеюсь? Угу, пожалуйста. Форс. Форс? Аэр, откуда вы взяли? Ой, извините, фук. Фук. Пожалуйста. Нос. Нос. Не было и носа? Нет, не было. У нас тоже нос. У вас тоже нос. Кус. Кус. Прекрасно. Звезда. И у Лены осталось 3 звезды. Ну, Виталий, шанс появился, забрезжил на горизонте. Мама, думайте, что вы на меня смотрите влюбленными глазами? Укус. 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 2 буквы У там только, к сожалению. Ха-ха. Йо май хат. Ну? Мальчик. Виталий уснул. Тише, пусть поспит паренек. Сон. Сон был. Ты думаешь, подсказка? Нет, сон уже давно был. Поспи, я пока посчитаю до 5. Раз, был, 2, 3, чтоб не будить, 4, конус был, 4 с половинусом. Все! Аплодисменты Лене и ее папе, не использовав почти ни одной звезды, но одну, она не считается. Они победители нашей игры, они получают наш главный приз. И это им аплодирует студия и миллионы юных и не очень юных телезрителей у своих экранов. Слава героям звездно-часовского труда. Виталий, к сожалению, проиграл. Но мама его счастлива. Она понимает, что это не последний шанс ее сына. А то, что у нее есть такой сын для нее, как для матери, запятая, уже большое счастье. Аплодисменты проигравшей команде и на память об участии в нашей игре. Ну, во-первых, конечно, ящик яиц. Ящик яиц. Вот такого чудного медведя. И музыкальный центр Sony.
серию «Комплекс Сони». Не могу держать в одной руке. Попробуй ты удержи в двух. Я думаю, что у тебя это тоже не получится. Спасибо огромное. И теперь можете сесть на наши зрительские места и аплодировать вот этим скромным скромникам. Лена Цурикова со своим отцом. Победители нашей программы. Леночка, тебе тот же самый набор. И вот такую тетку. Хочешь красивую? Красивую тетку. Walkman Sony. Держи. И самое главное. Вот. Вот что самое главное. Диплом победительницы звездного часа и путевку в Испанию. Путевка на испанские курорты. Держи. Диплом держи. И, пожалуйста, за трибуну скажи на прощание несколько слов. Родина ждет. Ну, я, во-первых, очень рада, что выиграла в этой игре. В общем, мне очень понравилось. Вот, советую всем сюда писать, приезжать. Вообще, я считаю, что мне очень повезло. Ну, ну, рада хоть? Конечно, очень. А можешь сказать, что счастлива? Да. А можешь сказать, что на небесах? На небесах. На небесах. Лена Цурикова с папой на небесах. А мы в эфире еще 30 секунд. Да-да. А, еще папа хочет сказать. Я хотел бы вам подарить подарок небольшой. О, я люблю подарки. Мне известно, что вы курите, довольно здорово курите. Ну что-то здорово, я сегодня выкурил 2 сигареты. Да? Да. Всего лишь. Значит, это мундштук, называется «Друг курильщика». Угу. Здесь к нему 6 фильтров. Если вы будете пользоваться этим мундштуком, то можно смело сказать, Сережа, курите на здоровье. Эта фраза будет... Хорошо. Правильно. Там написано, куда вставлять фильтры? Вы разберетесь, вы грамотно. Я разберусь, конечно. Когда фильтры кончатся, там я вложил визитную карточку. Вам опять позвонить, да? Хорошо, спасибо. Ровно через неделю мы с вами обязательно увидимся вновь. До новых встреч, пока. Хочешь, не хочешь, днем или ночью чудо придет. Знаешь, не знаешь, не угадаешь, где нас найдет. Веришь, не веришь?